провели два разных тайма. В первом тайме попробовали, чуть изменили схему игры. Пытались сыграть 4-1, 4-1. Испытывали такие существенные проблемы в плане перестроений. И соперник выглядел предпочтительно. Вот. Во втором тайме внесли коррективы. И намного продуктивнее и более качественно сыграли. Ну, считаю, что во втором тайме более такие и взаимодействия у нас получались, и в фланге заработали, движение прибавили. Поэтому в плане работы еще очень нам много предстоит сделать.